Экскурсия по производству для высокопоставленной делегации началась с колбасного цеха. Здесь гости смогли оценить все разнообразие местной продукции. Вареные колбасы, копченые, сосиски, сардельки, мясные деликатесы – все это лишь малая часть того, что производится в этих стенах. Основная часть производства здесь направлена на свинину. Из нее производится более 90% всей продукции. Остальные же 10% уже за говядиной. Мощности по переработке мяса в этом цехе составляют 1,5 тонны в сутки. В прошлом году в общей сложности здесь было разделано свыше 2000 тонн мяса в убойном весе. Вся продукция изготовлена из собственного сырья, который мы выращиваем сами в своих хозяйствах. Прежде чем поступить в сырье, оно проходит ветсанэкспертизу, что подтверждается удостоверениями о качестве. На очереди после колбасного цех молочный. Местная продукция также из собственных хозяйств и совсем не уступает в разнообразии ассортимента мясному соседу. Да и мощности серьезные – почти 10 тонн молока в сутки. К слову, производство постоянно расширяется. К концу года помимо молока, сметаны, творога и других кисломолочных продуктов планируется запуск линии по производству сыров. Тенденция наша – это здоровая пища, здоровые продукты. Вся наша продукция производится только по ГОСТу. То есть все натуральные продукты абсолютно без добавок, без красителей, ну и, так сказать, без чего-либо остального. Вот только все натуральное. Вся произведенная продукция реализуется в собственных магазинах по всей области. Каждый день сюда поступают десятки наименований товаров. Основной рынок сбыта – Тамбовская область, поэтому и цены не кусаются. Павел Филатов, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.